Под Ханты-Мансийском заложили сосновый сад памяти. Жители окружной столицы приняли участие в международной акции. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев по числу погибших солдат в годы Великой Отечественной войны. Почтить память героев таким способом решили 150 человек. Они отправились на 23-й километр от города. Почему именно сюда, в репортаже с места событий, расскажет Наталья Акст. Этот участок в 5 гектаров горел в 2012 году. Через 2 года здесь навели порядок, а в 2018 подготовили почву. Первые саженцы здесь появились в прошлом году. Тогда экоактивисты восстановили 2 гектара леса. В этом году работы по высадке молодых сосен развернулись уже на 2,5 гектарах. Возвести зеленый щит специалистам лесного дела помогали волонтеры, нефтяники и просто неравнодушные горожане, которых не испугали ни дождь, ни комары. У вас сегодня первый опыт вообще высадки? Да, сосен. Первый. Ну и как впечатление? Очень... Не знаю, познавательно, наверное. Никогда не умела работать с этой штукой, с такой лопаткой. Мы с друзьями подумали, что было бы интересно первый раз в жизни посадить деревья. Я приметила там дерево, мы, наверное, там оставим какой-нибудь знак, и через год приедем сюда и посмотрим на пару рядов, которые мы посадили. Такую работу можно проводить только в паре, да? Да. То есть один работает лопатой, другой высаживает сосну. Один мечом, второй, да, непосредственно саженцем. Так, шаг отступаем и, собственно, делаем еще одну луночку. Так. Так. Угу. Расшатываем. Все, достаточно. Оп. Моя задача погрузить. Давайте туда, напарник. Погрузить туда саженец. Чтобы, главное, прижился. Расправить корневую систему. Угу. Определяю корневую шейку, и вы придавливаете. Так, сначала снизу. Ага. И теперь сверху. Отлично, все. Пока одни только учатся правильно держать меч Колесова, другие подходят к вопросу посадки деревьев со знанием дела. Инженер лесного хозяйства Александр Матросов за свою жизнь восстановил несколько тысяч гектаров леса. Он уверен, что дождь пойдет 2-летним саженцам только на пользу. Это нормальная лесниковская погода. И для посадки это, в принципе, хорошо. Почему? Потому что, во-первых, влажность, корневая система у растений не высыхает. Их можно спокойно, хорошо посадить и, соответственно, надеяться на хорошую приживаемость. 10 тысяч молодых сосен вырастили в питомниках Екатеринбурга из семян, заготовленных в Югре. Поэтому они уже адаптированы к климатическим условиям нашего региона. Сосна обыкновенная – самый яркий представитель семейства сосновых. Она обладает не только шикарной пышной кроной, но и является источником очень приятного аромата хвои. Приживаемость сосны на этом участке составляет порядка 80-90%. Мы начали его высаживать деревья в прошлом году осенью, поэтому провели уже оценку. И каждое дерево, вырубленное либо погибшее, должно 100% объеме должно быть восстановлено. В 2020 году в округе было восстановлено 28 тысяч гектаров вырубленных и погибших от огня лесных насаждений. Такая работа в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта сохранения лесов ведется во всех муниципалитетах. В планах на этот год восстановить еще 36,5 тысяч гектаров и высадить примерно 40 миллионов саженцев. Это позволит Югре и дальше удерживать лидерство на Урале по искусственному лесовосстановлению. Наталья Акст, Леонид Чемляков, окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийский район.